Значит, вот у нас сейчас в прямом эфире Николай Волынко, глава независимого профсоюза шахтеров Донбасса. Да, скажите, пожалуйста, вы нас видите и слышите, я надеюсь. Вот, что происходит, какая атмосфера в городе, какие настроения среди шахтеров? Вот, все, что вы нам можете рассказать, расскажите, пожалуйста. Савик, вы меня слышите? Да, конечно. Хорошо. Так вот, первое. Тут не только настроение шахтеров, а самое главное – настроение народа Донбасса. Мы приняли заявление о том, что центральная власть все по нашим понятиям, все делает для того, чтобы Донбасс сдать. Милиция встречает сепаратистов с хлебом, с солью. Административные здания, они не захватываются, они заходят туда, как к себе домой. Мы приняли решение о том, чтобы защищаться, защищать Донбасс, защищать свои семьи, защищать свой народ, защищать Украину. Но, к большому сожалению, добровольцы в военкоматах получают отказы. Народ безоружен. Сейчас смотрю на Михаила Добкина. Так вот хочу ему сказать. Мне никто не запрещает разговаривать на русском языке. Вы уже достали всех русским языком. Что это? Достают гонения. Нету у нас такого. Нету. Вы меня поняли? Вы меня поняли? Это вы с кем разговариваете сейчас? Это я с вами разговариваю. А вы пойдите об этом и скажите в Донецком облсовете. Только повыше, на баррикаду поднимитесь и погромче скажите. Мужик, не перебивай, мужик. Савик, я это должен выслушивать? Ну почему нет? Да, будешь выслушивать. Будешь выслушивать. Подожди, так вы же хотите, чтобы мы туда все поехали.